Очередной случай незаконного сброса мусора был выявлен на территории Ленинского городского округа. На этот раз виновник попал в собственную ловушку. На кадрах, снятых нашим мобильным репортером в районе Зеленого шоссе, что в горках Ленинских, видно. Не успев исполнить задуманное, по всей видимости, неопытный водитель большегруза застрял. Горе-нарушителю ничего не оставалось делать, как сбежать с места происшествия. Мы рядом с Москвой находимся. Самосвалы идут, которые валят этот мусор по всем и полям, и лесам, где остались еще места. Любой нерадивый, как будем говорить, так собственник земельного участка пытается за дорогу себе сделать не из щебня, как это положено, а каким-то строительным мусором. И это все уходит в землю, это все идет в воды, это все идет в наши реки. В последнее время работа по выявлению и предотвращению подобных случаев сброса мусора была усовершенствована. Помимо организации рейдов засада, проводится патрулирование земель лесного фонда. К работе подключаются все заинтересованные структуры – Госатомтехнадзор, полиция и администрация. В соответствии с исполнением поручения губернатора в данном направлении пошли шире в муниципалитете, закупаем фотоловушки, которые тоже способствуют определению данных нарушений, фиксации данных нарушений, и, соответственно, неизбежно будет наказание. Вот, значит, в данный момент закуплены фотоловушки, значит, устанавливаются в разных местах, они передвигаются периодически, идет фиксация самого нарушения, и, соответственно, после фиксации нарушения, то есть сброса мусора, фиксации транспортного средства, оперативная информация с фотоловушки в течение нескольких секунд передается в единую диспетчерскую службу. И дальше существует алгоритм, который рассказывать не буду, но оперативно на место выезжают все сотрудники, которые необходимы для различных процессуальных действий. Большую помощь могут оказать общественники, которые проводят рейды, и просто жители, ставшие свидетелями сброса мусора. По словам руководителя 25-го территориального отдела Госатомтехнадзора Игоря Винокурова, мусор выгружают и на контейнерных площадках, что также является серьезным нарушением. Подъезжают самосвалы, тоже вываливают, или газели какие-то непонятные, откуда они привозят, из Москвы, из магазинов, понимаете? Вот это фиксируйте, люди, фиксируйте просто номер, сброс, и выкладывается это в соцсети. Сотрудники Госатомтехнадзора мониторят ситуацию и наказывают виновных. В настоящее время к подобным нарушителям предъявляют строгие санкции – от отправки транспортного средства на штрафстоянку до возбуждения уголовного дела. За текущий год в Ленинском городском округе было составлено более 20 протоколов. От административных правонарушений вынесено 42 постановления о назначении штрафа на сумму порядка 200 тысяч рублей.